Здравствуйте, сегодня мы с вами будем вязать вот такого слоника. Высоту он всего лишь 10 сантиметров. Такого слоника можно подарить на День Святого Валентина. Начнем с головы. Делаем кольцо и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6, затягиваем нить и вяжем второй ряд. Второй ряд будем делать прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Один, два, в первую петлю. 1, 2 во вторую петлю, 1, 2 в третью петлю, 1, 2 в четвертую, в пятую вяжем 2 столбика и в шестую 1, 2. Далее начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду мы также будем прибавлять. В этом ряду мы прибавим 6 петель. Провязываем 1 столбик без накида. Во вторую петлю вяжем 2 столбика. 1, 2. Затем повторяем 1 столбик. Делаем прибавку. 1, 2. 1 столбик, далее делаем прибавку, 1, 2, и так вяжем до конца ряда. Провязав третий ряд, у нас по кругу получилось 18 петель. Сейчас мы промаркируем начало ряда ниткой другого цвета. Затем продолжим вязать дальше. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, в каждую петлю по столбику, 1, 2. В третий столбик делаем прибавку, провязываем 2 столбика, 1, 2. Затем продолжаем так же само, 1 столбик, 2 столбик. В третий столбик мы вяжем прибавку, 1, 2, 2 петли. Всего в ряду мы сделаем 6 прибавок. В конце четвертого ряда у нас получилось 24 петли по кругу. Начинаем пятый ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Продолжаем прибавлять петли. В четвертую петлю вяжем прибавку. 1, 2. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3, затем делаем прибавку, 1, 2, 3, в четвертую петлю вяжем прибавку. И так продолжим ряд до конца. Вяжем 3 столбика, в четвертую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика. В конце ряда у нас должно получиться 30 петель по кругу. Закончив пятый ряд, начинаем вязать шестой. В этом ряду мы тоже будем делать 6 прибавок. Провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Затем вяжем прибавку. В один столбик провязываем 2 столбика. Затем повторяем сначала. 1, 2, 3, 4. Далее делаем прибавку. Вот мы провязали шестой ряд. У нас получилось 36 петель по кругу. Начинаем вязать седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5. Затем вяжем прибавку 2 столбика в одну петлю. Таким образом мы добавим тоже 6 петель в этом ряду. Вот мы провязали 7 ряд, у нас по кругу получилось 42 петли. 8, 9, 10, 11 и 12 ряд вяжем по кругу по одному столбику в каждую петлю. Провязываем таким образом 5 рядов. В конце 12 ряда у нас должно остаться тоже количество петель 42. Вяжем по одному столбику в каждую петлю. Провязав 12 ряд, у нас осталось тоже количество петель 42 петли по кругу. В 13 ряду нам нужно оставить место там, где будет хобот слона. Делаем цепочку из 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем на основном полотне 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7 петлю провязываем столбик без накида. Вот это те петли, где у нас и будет размещаться хобот. Дальше продолжаем вязать по одному столбику в каждую петлю. И так вяжем до конца ряда. Закончив вязать 13 ряд, начинаем вязать 14 ряд. В 14 ряду мы будем вязать в каждую петлю по одному столбику. Начинаем из цепочки, ту, которую мы вязали для хобота. Вяжем петли, столбики за заднюю стеночку. За переднюю стенку мы будем ввязывать хобот. 2, 3, 4, 5 и последняя петля цепочки. 6. Дальше продолжаем вязать на основном полотне. Вяжем столбики без накида. В каждую петлю по одному столбику. Довязав 14 ряд, начинаем вязать 15 ряд. 15 ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю. Теперь провязываем не за заднюю стеночку, а захватываем полностью две половинки петли. Провязываем столбиками без накида в каждую петлю по одному столбику. В конце 15 ряда у нас должно остаться те же 42 петли по кругу. И так вяжем до конца ряда, в каждую петлю по одному столбику. Довязав 15 ряд, начинаем вязать 16. В 16 ряду мы будем делать прибавки. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 столбик вяжем 2 столбика. 1, 2. Затем повторяем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда. В каждую 7 петлю делаем прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 48 петель по кругу. Провязав 16 ряд, начинаем вязать 17. С этого ряда мы начнем делать убавки. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Один, повторяем, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе.
Один, два, три, чотири, п'ять, шість, затем убавка. Таким образом мы сделаем 6 убавок. В конце 17 ряда у нас получится 42 петли по кругу. И так вяжем до конца ряда. Вяжем 18 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Затем убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. В этом ряду мы сделаем также 6 убавок. 19 ряд. Продолжаем убавлять. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Провязываем 2 столбика вместе. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Убавка. 2 столбика вместе. В конце 19 ряда у нас должно получиться 30 петель по кругу. 20 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее делаем убавку. Вяжем 2 столбика вместе. 1, 2, 3. Затем провязываем убавку. В конце ряда у нас должно остаться 24 петли по кругу. 21 ряд. Провязываем 2 столбика. Затем 2 столбика вместе. Делаем убавку. 2 столбика. 1, 2. Далее вяжем убавку. 2 столбика. В конце 21 ряда у нас должно получиться 18 петель по кругу. 22, 23 и 24 ряд вяжем по кругу по одному столбику в каждую петлю. В конце 24 ряда у нас должно остаться то же количество петель. 18 петель по кругу. Так вяжем 3 ряда. Это будет шея слоника. Провязав 3 ряда шеи, маркируем начало ряда ниткой другого цвета. И начинаем вязать туловище. В этом ряду мы будем делать прибавки. Вяжем столбик без накида. Во вторую петлю провязываем 2 столбика. 1, 2. Так нам нужно сделать еще 5 раз. Всего мы должны сделать 6 прибавок. Столбик, далее прибавка, второй раз, столбик, затем прибавка, третий раз, столбик, прибавка, четвертый раз, один столбик и прибавка, пятый раз. Столбик и прибавка. Шестой раз. Далее до конца ряда вяжем без прибавок в каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вот мы довязали 25 ряд. Начинаем вязать 26 ряд. Делаем столбик без прибавки. Во вторую петлю вяжем прибавку.
вяжем 26 ряд так, как и предыдущий. Первый столбик провязываем одну петлю, во вторую петлю вяжем 2 столбика. И так нам нужно сделать 6 раз. Это 2 раза, затем 1 столбик, прибавка. Это 3 раза, столбик, прибавка. 4 раза, столбик, прибавка 5 раз, и столбик, и прибавка 6 раз. Далее вяжем столбиками без накида в каждую петлю по одному столбику до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязав 26 ряд до конца, у нас получилось 30 петель по кругу. 27, 28, 29 и 30 ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю. Провязав 4 ряда в каждую петлю по одной петле, начинаем вязать 31 ряд. В этом ряду будем делать убавки. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее делаем убавку. 1, 2, 3. Затем провязываем убавку, вяжем 2 столбика вместе. Таким образом мы должны сделать 6 убавок. 32 ряд. Провязываем 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. Далее делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Затем снова 2 столбика по одной петли в каждую. Далее вяжем убавку. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 18 петель по кругу. 33 ряд. Продолжаем убавлять. Вяжем 1 столбик. Далее провязываем убавку, вяжем 2 столбика вместе. 1 столбик, затем убавка. Мы делаем 6 убавок, в конце ряда у нас получится 12 петель. 1 столбик, далее убавка, провязываем 2 столбика вместе. 1 столбик, далее убавка. И последний столбик и убавка в этом ряду. У нас получилось 12 петель по кругу. Затем начинаем вязать 34 ряд. Вяжем 6 убавок. 1, в конце ряда у нас получится 6 петель. 2, 3, 4, 5 и последняя, 6-я убавка, 6. Затем обрезаем рабочую нить. Фиксируем петлю и с помощью иголки будем сшивать отверстие, то, что у нас получилось.
сшиваем отверстие. Закрепляем нить, прячем внутрь игрушки и обрезаем. Далее через отверстие, там где у нас будет хобот, набьем туловище и голову слоника. Я набиваю с помощью синтепона. Набив туловище и голову до нужной плотности, продолжаем вязать дальше. Теперь мы будем вязать хобот. Крепим ниточку, начинаем из верха, с центральной петли. Крепим нитку. Делаем петлю и провязываем по одному столбику в каждую петлю. Мы делали косичку из 6 петель и пропускали 6 петель. У нас должно получиться 12 петель. Один. Два. Три. Затем переходим на нижнюю часть. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять. Возвращаемся на верхнюю часть. Десять, одиннадцать и двенадцать. Вот мы вязали 12 петель. Далее второй, третий, четвертый, пятый ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю. Шестой ряд хобота. Делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Далее провязываем столбиками без накида в каждую петлю по одному столбику. У нас должно получиться 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы довязали шестой ряд. Начинаем вязать седьмой ряд. Делаем убавку. И далее вяжем 9 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Затем вяжем восьмой ряд. Делаем убавку.
Далее вяжем 8 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмой столбик. Девятый, десятый ряд вяжем по кругу, в каждую петлю по одному столбику. Таким образом вяжем два ряда. Провязав два ряда в каждую петлю по одному столбику, вытягиваем петлю и будем набивать наш хобот. Набив хобот до нужной плотности, продолжаем вязать дальше. Одиннадцатый ряд. Делаем убавку. Затем провязываем 7 столбиков. В конце ряда у нас должно остаться 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы довязали 11 ряд. 12 ряд. Делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Далее вяжем 6 столбиков в каждую петлю по одному столбику. В конце ряда у нас должно остаться 7 петель. Первый столбик. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и последний, шестой. Тринадцатый ряд. Делаем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Далее вяжем 5 столбиков в каждую петлю по столбику. В конце ряда у нас должно остаться 6 петель. 1, 2, 3, 4, 14 и 15 ряд вяжем по кругу в каждую петлю по одному столбику. В конце рядов у нас должно остаться то же количество петель. 6 петель по кругу. Провязав 15 ряд, вяжем 16. Провязываем 1 столбик. Далее делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. В конце 16 ряда у нас должно получиться 9 петель. 1 столбик, далее вяжем прибавку. Столбик. Затем вяжем прибавку. 1, 2. 17 ряд вяжем по кругу в каждую петлю по одному столбику. 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот мы довязали 17-й ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У нас осталось 9 петель. Затем обрезаем рабочую нить, фиксируем петлю и закрываем. Хоботок у нас готов. С помощью иглы или спицы разровняем синтепон внутри хобота. Вот я разровняла синтепон внутри хобота и сделала утяжку одной щечки. Сейчас вам покажу, как сделать утяжку на второй щечке. С помощью иглы вводим иглу около шеи и протягиваем нить возле хобота. Цепляем за ряд и возвращаем назад. Затягиваем. Таким образом сделаем еще несколько раз. И затягиваем. Вот такие щечки у нас получаются.